Друзья, хочу вам показать флягу для крепких напитков. Британская компания, британский сплав, пьютер, как так называемый пьютер, сплав на основе олова, медь может входить, ну, в общем, до 99% пищевого олова. Ну и получается вот такая вещь. Во-первых, презентабельная достаточно коробка, можно в ней и подарить. Вот в таком вот бархатном мешочке. Такая вот фляга. Вот такая вот фляга, 180 миллилитров, немного в принципе, ну так согреться где-то в дороге, не за рулем, конечно, в общем-то подойдет. Благородная вещь, есть вот такая вот, есть еще вот такая вот леечка, то есть удобно будет наливать туда что-то там вы будете. Конечно, какой-то благородный напиток. Вот, все с историей, Шеффилд. Сплав испытанный, он как бы такой вот инертный, не контактирует со спиртными напитками, ни с чем вообще не контактирует, а я имею в виду, не вступает в реакцию, поэтому, в общем-то, можно не переживать за сохранность того, чего вы в эту флягу нальете. Ну, такая выгнутая форма, то есть удобно ее где-то во внутреннем кармане и по размеру подходит. Одним словом, вещь удобная и благородная. Спасибо.